Телекомпания «Вид» представляет. Далекие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Доброе утро. Это выставка репликаров, то есть редких автомобилей выпуска от начала века и до 60-х годов. Она проходит здесь, в Баден-Бадене, каждый год. Но это был не единственный повод для нашего приезда. Мы с вами побываем и на традиционных скачках, на которые съезжается вся азартная часть Германии, и полюбуемся окрестностями Баден-Бадена, и познакомимся с лечебной системой этого знаменитого курорта, который заслужил звание летней столицы Европы. Если это вам интересно, то ближайшие 15 минут я в вашем распоряжении. «Непутевые заметки» или «Жить и умереть в Баден-Бадене» по мотивам полного собрания сочинений Андрея Кнышева, написавшего: «Жизнь в этой стране сытая, спокойная и счастливая, а население составляет уже более 50 миллионов тонн». Баден-Баден, наверное, и самый русский город в Европе, не считая Парижа. Здесь жили, любили, отдыхали и работали Иван Сергеевич Тургенев, Николай Васильевич Гоголь, Лев Николаевич Толстой. Здесь проигрывал состояние своей жены великий игрок Федор Михайлович Достоевский. Дмитрий Дмитриевич Крылов бывал здесь неоднократно и проиграл 20 марок на скачках. В общем, в Бадене любили бывать все известные художники последних двух столетий. Великие и мизерные. Или мизерные, как говорили в старину. Сюда приезжали князь Горчаков, композиторы Дже Россини, Ференц Лист, Гоша Гундявый, бригадир эстаганской группировки. Он, кстати, высоко оценил знаменитое Баденское казино. Оно действительно считается самым красивым в мире. Его залы расписывали лучшие художники Флоренции и Парижа в стиле замка Фонтебло и Версаля, в стиле салона Помпадур и других дворцовых дур и кокоток. Баден – это и Каракалла-терма, комплекс, включающий в себя всевозможные бассейны с минеральной водой разной температуры, джакузи, целая система разнообразных саун, бани с ароматерапией. Это целая индустрия отдыха на воде, здесь можно с удовольствием провести полдня. Баден – это всемирно известные косметологические клиники и салоны красоты. Баден – это и лучшая в мире стоматология, очень дорогая и очень качественная. Баден – это и самые современные клинические исследования и эффективное лечение. Говорю это не голословно. Убедился на собственном опыте: клинические операции, посещение стоматолога, косметологический салон. Все вам покажу и обо всем расскажу в рамках дозволенного. Здесь с деньгами не шутят, без них тем более, как сказал наш классик Кнышев и добавил, то, что деньги не самое главное в жизни, чувствуешь только, когда они есть. К Бадену это имеет самое прямое отношение. При том, что Баден – дорогой город, здесь есть отели на любой кошелек. От одной звезды – это когда туалет в конце коридора, до пяти – это когда два туалета в одном номере. Вот так выглядит номер в трехзвездочном отеле. На мой опытный глаз он вполне соответствует четырем звездам. Но хозяева объяснили: мы хотим, чтобы постояльцы испытывали приятное удивление, поселившись у нас. А это пример четырехзвездного отеля. Он своим оформлением связан с маленьким принцем Антуана де Сент-Экзюпери. Роспись на стенах с цитатами из повести, тарелки с рисунками автора к своему чудеснейшему повествованию, картина в номерах – все в этом отельчике пронизано духом трогательного героя. Такое ощущение, что, попав сюда, заново перечитываешь любимую сказку. Взрослый человек ощущает себя здесь ребенком, которого все любят, о котором заботятся. Это как в сказке: мы в ответе за тех, кого приручили или приютили. Вот уж поистине они погрязли в чистоте и уюте, как сказал все тот же Андрей Кнышев. И, наконец, пятизвездный отель. Самый престижный и самый известный не только в Бадене, но и во всей Европе. Все мировые знаменитости и богатости останавливаются именно здесь. Именно в этом отеле происходит действие фильма «Романтичная англичанка», по-моему, Джозефа Лоузи. Очень красивый, очень буржуазный отель. Поистине, как сказал наш автор, в их обществе у меня развивается сильный комплекс собственной полноценности. Около трети постояльцев – это господа и дамы из России. При отеле в отдельном флигеле своя первоклассная клиника, где проходит обследование и лечение те, кто хочет сохранить это в тайне. Вот уж поистине, одним Гималаи, а другим геморрои. А третьим, то есть нам с вами, окрестности Бадена. В Баден приезжают для лечения и отдыха, но сидеть неделю напролет в Бадене и лечить свои Гималаи – это было бы непростительной ошибкой. И сам Баден и его окрестности заслуживают близкого с ними знакомства. Вот он так, фрау Баренка. Хайдельберг – старинный немецкий городок, знаменитый своим университетом, живописными холмами, окружающими долину, потрясающей красоты мостом, полуразрушенной башней древнего замка. Внутри хранятся две самые большие в мире винные бочки, которые ПТУшники из разных стран списывают своими каракулями. Здесь был Петр или Ганс, или Марио, или Вова.
Ну, самая большая бочка в мире, как же не пометить ее? По воскресным дням сюда, к старому замку, съезжаются молодожены. Это у них, как у нас в Москве, Воробьевы горы. Первая невеста была немножко беременной, на 7-м месяце, и поэтому все время что-то ела. Вторая из русских. Видимо, репатрианты из Казахстана. Понаехал в деревню, услышал я русскую реплику из толпы с вологодским прононсом. Однако Хайдельберг. Для туристов это самая длинная в Германии пешеходная улица, начинающаяся от подножия холма, на котором мы находимся. Она тянется на 4 километра. И все 4 километра – это сплошные магазины, рестораны, кафе, бутики, бары, закусочные, лавки и прочее, прочее. Если доведется приехать сюда, то запланируйте на эту улочку часа 4, может быть, 5, чтобы зайти хотя бы в десяток магазинов из 573. Глядя на этот бесконечный поток, наш классик наверняка пришел бы к выводу, на Земле сейчас живет больше людей, чем до этого умерло. Настенные часы всех видов, с кукушкой, на любой вкус, то есть от 30 долларов до 3000. И здесь же продаются чудесные мальвины, под взглядом которых устоять нет никаких сил. И волшебные шкатулки из сказок братьев Гримм. Далекие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Рекламные ролики – это мир людей, планирующих жить вечно. Андрей Кнышев. Итак, мы с вами в Баден-Бадене, на мой вкус, в самом лучшем городе Германии. Напомню, каждый пятый житель Бадена – миллионер, каждый 15-й миллиардер. Это о них сказал наш классик – люди, траченные деньгами. Нет-нет, этот прохожий – иммигрант с Украины, а музыкант со Львовщины. Они не миллионеры, они получают свое скромное пособие в размере...
женщина – это пир для глаз, во время чумы – для ушей. Знаменитая баденская стоматология. Клиника, где я побывал, интерьером очень напоминала эротический салон. Пациентам заполняется анкета на 4 листах, куда заносятся все пожелания, капризы, и выбирается наркоз. Затем обреченного направляют на панорамный рентгеновский снимок. На основе его мой доктор Рене объясняет все проблемы моего кусательного аппарата и даже демонстрирует их на тотчас сделанном слепке. После чего клиенту объясняет объем работы, необходимое время для лечения и стоимость. И что меня приятно поразило, никакой накрутки, то есть завышение объема работы, а значит и затрат. Нет, все четко, по-немецки педантично и очень профессионально. На этом-то я и сломался. Заложив в ломбарде бабушкину фамильную брошь, на следующий день я пришел на лечение и провел в кресле 9,5 часов. Фантастика. А затем была астролябия, напоминающая средневековую пыточную машинку, сделанную словно бы из детского конструктора. Она определяет геометрию будущих зубов, их угол и эстетическую пропорцию по отношению к овалу вашего мордоворота. Это штифты для трансплантантов после их вживления. А это конечный результат. Никаких мостов, каждый новый зуб отдельно. Не знаю, как вас, а меня это очень впечатлило. И я отдался моему Рене с такой доверчивостью и ожиданием чуда, как отдается юная дева опытному обольстителю. Ужасы нашего городка. Баден-Бадена. И, наконец, еще одно чудо. Автосалон, ради которого мы и приехали в этот чудесный городок на юго-западе Германии. На него съезжаются участники не только со всей Германии, но и Европы, и даже из Нового Света. Я насчитал с десяток автомобилей с американскими номерами. Это такое пиршество красоты, изысканности, уникальности, ухоженности, очевидной влюбленности в эти рукотворные создания, навеянные божественным провидением, ну, никак не меньше. Все эти четырехколесные лани и леопарды, трогательные коробочки на спицах и лакированные самодвижущиеся шкатулки, сверкающие никелем, родстеры, кабриолеты, купе, лимузины, пахнущие дорогой кожей, запахом сигар, пьянящими ароматами духов и тем духом автомобиля, который сводит с ума любого ушибленного, однажды ушибленного на всю жизнь влюбленностью в автомобиль. Их украшали цветами и лентами, гирляндами и оторванными к чертовой матери руками, хохлами и подсолнухами, и кибанами, и композициями. Они были украшены, как невесты на обвенчании, как мусульманские мальчики, идущие на праздничное обрезание, как паровозики из Ромашково, как ухоженные, изысканные надгробия, оберегаемые трепетными и любящими руками. Здесь были представлены все репликары ушедшего столетия. Вот розовый кадиллак, который подарил Элвис Пресли своей маме. Она мечтала о таком. Теперь таких красавцев можно увидеть только здесь, да и, наверное, еще на Кубе. Там они в запущенном, правда, виде. А друг Фидель запрещает их продажу на континент. Хотя американцы готовы отдать несколько сотен тысяч за подобного монстра. Автосалон в Бадене – это хэппининг. Самодеятельные театрализованные действия. Хочешь – участвуй, хочешь – просто смотри. Многие владельцы приезжают одетыми по моде того десятилетия, которому принадлежит их питомец. Все это очень трогательно, весело и искренне. Здесь же, на галерее старого павильона, где в 18 веке Печорин и княжны Мэри пили минеральную воду, продаются сопутствующие товары – шляпки, очки, шлемы, куртки, косынки, добротно копирующие модели довоенных лет. Вот обратите внимание, как эта мадам доверчиво смотрит на своего мужа. Тебе нравится? Нет? Мне тоже. И, наконец, еще раз цитата из нашего автора. Какая у вас реакция на эту передачу? У меня на нее хорошая реакция, быстрая. Успеваю выключить. Надеюсь, это не про нас. Этот ретровый шлем я купил здесь же, на выставке автомобилей, в галерее, которую показывал. Классная вещь, правда? Но эта ария обращена к людям имущим, потому что отдых здесь, и тем более лечение, требует немалых денег. Поэтому случайных людей здесь не бывает. Но это обстоятельство для этих немногих и является привлекательным. Так что пока-пока. Ваш ДК-ДК. Автор благодарит Всероссийское общество святых, фонд помощи малоизвестным знаменитостям, а также лично Андрея Кнышева, которые из чисто грязных побуждений помогли подготовить эту хлебно-зрелищную телепередачу, ставшую лауреатом премии «Золотая дрянь». Эпилог. Плохой фильм делает из зрителей идиотов, а хороший – даже из идиотов зрителей.